остаться вниз. Короче, где мы, он не знает, но это же твой... Ну это же твой сад. Ой-ой-ой, это за бегемот. Ну, нифига, бегемот выбирали. Может, крыса? Не, выглядит больше. Он, наверное, с ней атаковал, скорее всего, ну, возможно. Нихуя. Возможно, дружелюбно. Хелс, это раковина. Не похож на раковину. Прот, наверное. Надо кого-то не разбудить. А, ну короче, надо Краса. Будет как-то обходить эти раковины. Что это такое? Какая-то штука. Да, похоже на то. Вот не надо прыгать. Я просто хотел затестить. А если так? Жень, ну блять, ну это крот, смотри, как он спит. Ну, похоже на свина. Ну, похоже на свина. Только с маленьким. Так. О, это не громко было? Да, забавный. Ну, я полагаю, что нам надо... А их несколько! Да, надо перепрыгнуть на островки, где нет вот этой скорлупы, не знаю что. Давай. Хорош. Разбудила, я думаю. Нет. Короче, один раз можно наступить. Они на самом деле достаточно милые. Ты видела их зубы и лапы? Продолжаем наше путешествие, получим зоопарк. В мире животных, блядь, дроздов. Ой, блядь, ты видел, как он чихнул? Не, я посмотрел. Я чувствую себя, что мы нарушаем их приватность. Вот, видел? Да, видел. Личное пространство. Все, пизда. Нет. Было похоже на пизду. А как вот это перепрыгнуть? А вон там островок тоже. Надо валить будет. А что, все, мы прошли? А, нет, все. Ой, что спать хочется? Полить, полить. Мы это сделали! Мое сердце бьется сумасшедшее. А я туда иду или нет? Даже? Ой. Ну, я рад, что ты типа это садом занимаешься. Но он говорит, что надо избавиться от чего-то там инфекции, чего-то еще. Да, может быть кротов, но я не знаю, как кроты по-английски. А, кроты, ты мне сейчас будешь. Да, да. А ты такой мягкий, крадущийся. Так, ладно. Давайте пусть.
не разбуди гигант. А, я не могу тут пройти. А, не. О, им норм. Давай! Им норм. Не так быстро. Чисто, бля, обеденный сон. Бля, посмотри. Ты не уходи. Они крепко спят. Чисто чушь. Разве двигаться и давай уже справимся. А поближе не бля? Ну ладно, я чуть дотяну. О, больно. О, это громко. Жирный. Ебать их много. Как поезд пассажирный. Ой, мне все. Они руинят мой сад. Тихо. Своими туннелями. А ты здесь не можешь запрыгнуть? Громко будет, если я отпрыгну. Ну а что делать? Вообще, все лучше. Какие мохнатые. Это ж как крот какой-то. Тут после меня остается. Так, а мне куда? А, вот, да? Ну, похоже на то. Если я сейчас прокафакапищу, я прыгну на них, да? Да. Давай мне площадку. Понял, она тебе обратно зарис. Ну. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Блин, конечно, игра супер классная, вот с этими интерактивчиками и столько всего прикольного. Да, механики действительно интересные. И не надоедает, ну типа, потому что они разные. Ну, братан. Спасибо, нахуй. Чё, у них пятак? Ну, как-то похож, да. А, надо успеть, пока он встает. Давай. Сейчас, погоди. Сейчас он встанет, пойдем. Вот. О, это Джой. Что? Джой, цветок, который он посадил первым. Так они слепые. Ну да. Ну так другие органы чувств у них еще больше должны быть. А, развиты. Надо было бежать от них? Ну конечно. И прыгать еще дальше. Help! Help!
Блять, не понимаю. Когда надо бежать в обратную сторону. И надо нажимать. Жень, на тебя надежда в этой мини-игре. Что происходит? Что это за солевые камни? Блядь, Жень, я умер. Ну, понял. Что, он рыгнул? Глаза вообще жесть болят после этих маленьких сработал. Что, мы должны, наверное, вместе прыгнуть. Раз, два, три. Ой. Мы у него глаза, у них нет глаз вообще. Мне кажется, есть, но они просто не... Сонда в них ходит? Да. Бля, у него реально пятак. Блин, мы ему кругом прям похуй. Нормально, чем? Воу! Не. Просто встань. Ой, Жень, живи! Уебать, он ловкий! А шо, где я? А, ну вот такое, он, по-моему, достаточно неуклюже забрался. Ой, гном какой-то. Подолый. Ой, гном. Я к слову. Ой, не, значит, нам дырку. Да. Кинематографично. Везде посуда. А руки чистые, лопаты. Бля, квакш. Человеческое говно тут все разрушило. Что-то они говорят, что у них тут все плохо, короче. Спина у него болит. Дол, куколка, типа. Но wooden doll, деревянная кукла. О, это же поэту. Диски. Сейчас, подожди. Кира, он бегает. Джамп и кран. И кран. Не хабля. Ой. Гонщика. Ой. Еще лягушки не умеют. We're here to find the source and clean it up.
Бля. Оп. А, ну тут походу... Нет. А, well, easy. А что там просто вот тут перепрыгнуть? Угу. Она убьет меня. Да, тут прям надо к краю подходить и прыгать. Они не двигаются, они статичные? Нет, они опускаются вниз. Я старею, Джиз. А, они отпускаются, когда я на них стою? Mm-hmm. А. Блин, а я не успеваю. Да, там, ну там надо прыгнуть, два шага сделать до края и дальше прыгнуть. Вот, сейчас. Почти. Ну нихера не почти. У меня рано. Поздно. Угу. Какая-то жирная. Видишь, ты допрыгиваешь пока. А, там лицом надо или что? Не, вроде я без лица делал. О! Ну, с лицом полегче вроде. Да, с лицом легко. Без лица прыгать. Так, а это что? А если я отсюда уйду? Ой. Полагаю, что я без тебя от не справлюсь. Блин, у меня так лицо обветрило, щеки. У меня просто все дико щипет. Нужно ходить в балаклаве. Вон, налево установись. Вот, вон. Вон. Нет, вот, да-да-да. Открыть еще одна. Я там. Быстрее! Полагаешь, что все. Угу. Обратно. Так вон же, у тебя все они активировались. Ручки были лучше. Ну куда это тоже прикольно. Прикольно, что они неравномерно так бегают. Мне еще говорят, как индусы какие-то. Ну, таксисты, хуй. Ну да, типа того. Оп. А, вот. Так, я куда идти? Вот туда, наверх? Да. А как их оставить? Бэ.
Отходи. Б. Да, я понимаю. Угу. Что-то можно полить, да, или нет? Не, это через стену. А. Наверное, потом. Пишу, а? Это что там? А ты не можешь взять лягуху и прыгнуть? А, не знаю, наверное, могу. А мне надо держать тебя? О, да-да-да, держи. А может там где-то еще надо поливать? Ну типа раскатить. А, возможно. А если я вот так сделаю? А, не останутся у тебя. Ну, мне кажется, они постепенно падают. Вон, по крайней мере, вон, вон, падает. Вижу, вижу, вижу. Нет. Давай. А еще дальше. Mm-hmm. Вижу, 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 стой. Бля! Самый первый. Это вот это? Ну. Угу. Все? Угу. Бежал. А, то льется, да? Угу. Это. Бежал. Ну, почти. Ну, зачем ты? Можно было еще подождать. Ну, я не знаю, насколько быстро не пропадать. Там туда ты прыгнешь, я бегу вверх. Mm-hmm. Ну что, насколько быстро mm-hmm. они пропадают? Нормально. Давай. Mm-hmm. Дальше? Mm-hmm. Дальше? Mm-hmm. Mm-hmm. А дальше куда тебе? Сюда? Так мы отсюда пришли. Блять. Надо будет к тебе запрыгивать. Ну давай сначала. Ой. Так, а где начало? Ну не знаю, начни с любой. Да, ты нет? Не, да? Завтра привезут телек с 10 до 14. Сказали, в 8 вам курьер позвонит. А чё, почему я не могу? А, так, стоп, подожди. Что-то не то нажимаешь. А, вот. Стой! А, ну то нормально. Иду дальше. Угу. Иду. Иду. А я тоже теперь вам спадли. Классно. Напряжение. Угу. Не просто. Я. А ты должен там что-то это. Да. А ты где? Мы с тобой с разных сторон. Нет? Так, окей, есть еще вот такая штука. А, это нужно ага. было меня поднять. Угу. Понял ты. Давай. А. Nice job. Дурные такие. Mm-hmm. Это какой-то лягушечий дворец? Там лягушки были. Татуи. Да, мы делаем прогресс против инфекции. В борьбе с инфекцией.
Цветет. Смотри на мой сад. По звукам там не так и есть. Улитки. Будем кататься. Snail race. О, я гриб. Давай. А ты меня пнёшь, типа? А чё, что-то происходит у тебя? Потому что он не закрывается. А, вот. Вот, все, я понял. Вот, вот эти штуки тебе откроются, чтобы ты по ним запрыгнул. А сейчас они... Ага, понял. Не, не та. Самый левый. Они... Я... А, они типа... Он по порядку. Он по высоте. А? А? Сейчас. Да... Да что такое? Подожди, а вот. Дверь красная. Посиди. Ой. Теперь желтую. Лево. Желтую слева. Слева. Все проебано. Красно. В середине. Да у меня нет цветов. Ты вон мне есть. Говори. Ну вон внизу. О. О. Нормально. Лево. Среднюю. Правую. Среднюю. Левую. Левую? А, нет, давай правую, давай правую. Поздно, давай левую. Давай. Нормально, нормально, среднюю. Правую. Среднюю. Левую. Правую. Левую. Правую, правую, правую. Среднюю. Правую? Угу. Самый легкий. Думаю, можно. Нет? Ну ладно. Похоже на печеньки. Думаешь, наверное, должно прийти к этому цветку? Первый. Твой. Это везде. Ну, мы уже ближе. Держись, Джой, мы уже близко. А, не понял. Ну, это, наверное, как обычно. Что, ты не можешь его? Не могу. Я тоже ничего с ним не могу. Так, что тут написано? Цветок. А, ты должна смыть эту штуку. Это... Пинг, как по-русски, розовую. Угу. Так, наверное, вот здесь. Тут, наверное, нарисован цветок. Там, в горшке разбитом. Ну, это тоже, наверное, надо посмотреть. А, угу. А, вот сюда надо посадить. Вот почему я люблю
заниматься с этим. Да вот. Пойдем. Надо будет завтра на Вайлдберриз сходить. Зачем это? Нет, кофе нету. Бумага упаковочная там приехала. Mm-hmm. Набор микрозелени. Чао! Березникову. Тоже все удобно. Да он типа... А что, я не понял, надо все что ли? Вот здесь тогда еще все. Мы что-то с ним как-то общались, он такой говорит, бля, ебать, мне нравится, типа, у меня на подоконнике помидорки растут. Я говорю, сука, дед. Помидорки? Помидорки, да. Я говорю, ебать, ты детство. Он говорит, бля, так прикольно. Ну, я решила, типа, порохнуть. На такой силу помидоров отлить. А, как эти уёбы. Вижу щит. Мы можем сделать паузу, чтобы я распаковала дудку? Да, мы уже закончили. Держу щит. Вырвался. Где ты? Давай, иду. Нет. Понял. Держу. О, сзади как раз тут у него. Дошла в туз. Туз? Туз. Держу. О. Пробило седалище. Гальюн. Гальюн. Да, для меня это обычность. Нормально. Всё? О, о! Не, не всё. Сижу. Где мелко. О! Ягодка открылась. Угу. Так это уже цветок наш, ну, то есть? Угу, похоже. А, нет, просто большой цветок. А там наверху еще начинает плыть что-то. Что-то наверху, вот тут есть вроде бы лопата, по которой можно забраться. Есть еще что-то. Ага. Ну, все тут надо смыть все сначала. Я полагаю... Ну ты можешь пока не сажать, я не вижу из-за тебя, где я это, где я сделаю, где я не сделаю. Там до конца не долетает, да? Может, лучше сразу. Это краем глаза увидела, как ты там бегаешь. Ну че с таких задержки? Ой, а тут еще что-то. Для тех, кто не додумался полопать, правда? Бумажки на ночь, раз мы можем. Такое уже все закончилось лет назад. Так ты сказал, что можно посмотреть запись. Да, можно. Ну, пока что она еще сохранилась, не посмотреть. А на ютубчик они не выкладывают? А, ну кстати, да. Даже если не они, по-любому нарезки какие-то были. Я полагаю. Бумажки. Может быть, будем сами играть как-нибудь в следующий раз. Бумажки с Андрюхиным микрофоном. Я все подготовила, тебя увлажнила. Иначе. О, это. А, ой. Теперь такие. Так, притянул.
Бля, я не добегу, не успею. Угу. Okay. Просто притяну. Притянул. Ты притягиваешь? Не притягиваешь. Да и то, что надо кинуть. А, так мы сейчас проебем так. Ну, теперь можно умирать. Братаны! Притянул. А он один тут или? Да, один на один, вроде бы один. Притянул. Бью. Свёкла. А гнилая. Просто сахарная. Блин, реально что-то клапан тут бывает надо. Твой клапан, бегу! Блять, не успела одну допить. Давай, притягивай. Одну тыку надо дать. О, бля, меня бьют. Тыку. Давай, избавимся от инфекции. Да, такую могу. Как оказалось. Он по шлангу? Да. Кому-нибудь ой, дать по... блядь. Кому-нибудь дать по шлангу. Она вот поэтому, да? Ставрополь плюс 15. Я спросил у Вани. У твоей. Он Ставрополь или Симферополь, может? Да, нахуй мне. Да от него я себе Симферополь и Ставрополь. Симферополь это Хохластан? Нет, это Россия. Это же Крым. А, ну вот ты и попалась, да, все понятно. Крым наш. А, нет, подожди, есть Симферополь, а есть Севастополь. Севастополь наш. А Симферополь, наверное, не наш. Алиса! Ну, Даш, я думаю, и то, и другое в Крыму находится. Сейчас я спрошу. Ну, Алиса на телефон. Да, пауза. Тактическая пауза. Алиса, Севастополь это Крым? Симферополь же. По данным русской Википедии, Севастополь город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье. Ну, а нет, подожди. Севастополь это Россия? Согласно федеративному устройству России, Севастополь является субъектом Российской Федерации, городом федерального значения. Третий. Согласно административному делению Украины, Севастополь является регионом Украины, городом со специальным... Короче, наш. Да. Симферополь это Россия или Украина? Ищу для вас ответ. Что-то непонятно, не написано.
Спроси Симферополь. Симферополь. Я говорю, это и другой экран. Википедия, подожди, там же пишется. Сторона... Страна Россия / Украина. Кек. Блин, что тут еда? Откуда я нажал? Блять. Я нажал рестарт. Всё, это конец игры. А подожди, ну там, да, не сделано. Да. Блин, а почему он не зачекинулся? Ну, они и сделаны. А там не сделано. Ну, все. Ну, давай я туда делаю. Не, я не хочу драться уже. Я настоебал с этими пенюками. Chapter Select. Не туда смотришь, вон туда не смотришь. Привет. Huh?